Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс. Это великолепная, умопомрачительная, незабываемая, неподражаемая игра, которая называется Dark Light. Я искренне до конца не уверен, ту ли я версию скачал, потому что в Ютубе, на Ютубе есть видосы годичной давности, двухгодичной давности и еще более ранней версии. По-моему, это была демка, сейчас вроде бы как 29 сентября игра вышла в релиз, вроде бы. Вот, я ее скачал, разумеется, я за интернет не просто так плачу, чтобы игры скачивать. Лонгуаги русской тут нет. Вот, так что, поехали. Loud Game. А, слушай, даже сейф какой-то есть. Охренеть, получается, я играл в нее. Ну, поиграем в любом случае. Что-то такое вспомним. Может, не вспомним. Наверное, видос будет недолгий. Ну, а перед самым началом просмотра я бы хотел вам порекомендовать канал Must Play. Здесь можно найти домашнюю, уютную атмосферу. Каждый день новый ролик, а иногда даже чаще. Все крупные тайтлы в 4К 60 FPS. Есть гайды по прохождению боссов. Автор просто любит играть в видеоигры и будет рад единомышленникам. Давайте поддержим мужчину, ссылка будет в описании. Ну, будем надеяться, что очень интересное. Игра стоит на SSD, игра вообще ничего не весит. Весит полшишечки. Слушайте, а вообще это может... Не, скорее всего, эту игру я скачивал. Так, РБ. Знаете, что забавно? Я совершенно не помню этой игры, вот прям вообще. Ага, на Б-перекатич. Trade and upgrade your weapon. Есть карта. Inventory items, map. Drone skills. Skill select chance. Хорошо, ну сейчас что-нибудь разберемся. Поехали куда-нибудь, я без понятия. Вертикалки нет, рвется картинка. Ну ладно, ничего страшного. Погнали. А, это работяги мирные. Maybe should investigate the right side first. Right side, поехали, right side. Квестодатель какой-то. И Steel El Cyborg Faxillerator. Очень харизматичная сущность. Я взял... Может, тебе все читы? Что-то мне квест не даешь, братишка. Let's talk. Quest fraction. Select the triple triangle. Ой, что ж так сложно-то, мама родная. Track your factions, questions, quest panels. Это я разберусь. Так, quest acquired. Quest items. Quest fractions. Cargo by soldiers. Вот, information. The butcher. Kill butcher, убить бутчера. Хорошо, хорошо. Погнали. Collect shard by currency there. Денег нету. Прям как в жизни. Нифига себе, прыгаю высоко. Use gems. Столько всего на игрока вываливается сходу. Это прям жутко много. Это лифты, ничего себе, не харизма. Эти футуристичные лифты. Знаменитые, знаменитые. Никогда таких не видел. И вот опять. Максимально давящий эмбиент. Заставляющий просто плюнуть игре в лицо. И сказать, я в тебя больше не буду играть. Как будто трубочисто. Андерсити, Ардасасити. Я почему-то наверх еду. Я не знаю, куда ехать на самом деле. Я уже хочу какой-нибудь геймплей посмотреть. А игра все душит. Андерсити. Андерсити, я еду наверх. То есть я... Вы хотите сказать, что я еще ниже Андерсити был? Не уверен я в этом, ЛТ. Какая-то убирабилка. Ладно, давайте разбираться. Это что за существо, РБ? Какие-то журналы бортовые. Игра на английском, к сожалению. А я русский. Что-то выпало. Не уверен, я бы взял с собой эту штуку, но мало ли пригодится потом, я до конца не уверен. Ради чего это все? Опа, сейф поинт. Это портал, хорошо. Как им воспользоваться было бы очень неплохо. Когда нажимаешь паузу, происходит кулдаун до тех пор, пока ты не можешь выйти оттуда. Это очень странное решение. Ну я жму ЛБ, как не в себя жму, ничего не происходит. Ой, какая пипелка страшная, мама родная. А вдруг мне потом приснится такое, как я спать-то буду? А, ключ требуется, очевидно. Или он у меня есть? Нет, требуется ключ.
Я пополнил что-то. Хорошо, ладно. Знаете, я обычно говорю, пишите ваши комментарии, посмотрим, буду ли я играть в это. Тоже ключ требуется. Но, скорее всего, даже не пишите комментарии, потому что играть я в это вряд ли буду. Ну, какой-то слишком удручающий и... Как минимум, нет русификатора. А в наше время, извините меня, нет русификатора. До свидания, дорогой. Спасибо, что заходил. Было приятно иметь с тобой дела. Хорошо, что нет. Подлагивает. Почему наверх не могу? Даблджамп есть сюда. Очевидно, это перманентная хилка. То есть, если бы у нас были проблемы, мы бы могли немножечко подлечить наше состояние здоровья. Откуда эта тварь вылезла? А, это энергию тратит. Тупо как гингста буду стрелять. Проверим. Да, отлично, это экстрахилка. Ой, что происходит? Совершенно без понятия, что я сделал. Очевидно, мне туда не стоит идти на данный... На данном этапе. О, это шеф, за которых... При помощи которого можно подниматься. Кто же мог это предсказать? Так, ну урон есть, урон имеется. Low energy — это не ошибка. Вот, знаете, вроде прикольно сделано, а что-то как-то не цепляет. Может быть, этот sci-fi сеттинг мне как-то не заходит. Подлагивает опять. Уже второй дроп был. Может, это лично мои какие-то сложности восприятия. Думал, опасная тварь, а на самом деле хлеб позорный. Ну, мне же легче. О, я могу такие штуки. Как я это сделал? Вы видели? Вы же видели. Почему? Иногда работает, иногда нет. Очень странно, дамы и господа. Так много вопросов и так мало ответов. Опять же, хотелось бы карту сразу на одну кнопку отдельную сделать. Почему так не сделать? Ведь игра уже в релиз ушла. А, наверное, эти работяги просто отдыхали и потом вставали. Пацаны, вам лучше не вставать, вам видели? Или они бессмертные, я не знаю. Этих порядков. Этих существ. Ты исцелялка местная, видимо. Куда-то идти получается, я не знаю зачем, но пусть будет так. Приходится еще... Ой, нифига себе, не видел. Стамину менеджментить. А это, как вы можете понять, тоже не очень-то просто. Так, из-за него монстр, да. Типа, просто откуда-то или ниоткуда появился. Можно было бы, конечно, отметить, что очень отдаленно это напоминает нас сталкер. То, что вот эти вот существа на кровососов похожи, которые из ниоткуда выскакивают. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня вот такие ассоциации появляются. Не знаю, как у вас, мы же все люди разные. Было бы круто, если бы стамина еще до фула восстанавливалась. Но шот не восстанавливается. Смотрю, какой злой. У него какой-то черепушка, может, он супер опасный. Будет не больно, ни крика, ни стона. Тебя накажет владос с района. Полная обойма, тебя накормит. Тррр, плюс будет битый контрольный хук. Красиво, вроде дело сделано. Не знаю, зачем я туда мог пойти, но... Возможность такая, очевидно, имеется. Ой-ой, я хочу этого большого пипяку победить. Как гэнгста буду стрелять. Не-не-не, слушайте, вы думаете, я сдамся? Ни за что. Я лишь вдохновлюсь предстоящей битвой. Смотри, лежит, лежит, сейчас я уйду, он встанет. Опять подлаг был, да что ж такое? Просто лежит, откисает и потом начинает урон наносить. О, ля, их можно убивать. Хорошо. Чем больше играешь, тем больше нового узнаешь. Ну где этот монстр? Тьфу, тоже мне монстр. Сосун по сосун. Просто застрелил как лошару. Мне кажется, ему стыдно должно быть то, что он такой хлеб. А, это местные пацаны.
Конверт. Нет, ничего не буду конвертить, пацаны, сорян. The door seems to be locked. Куда идти тогда? Яйцами стукнулся. Так, я, короче, где-то в перде. Нормально, вроде развалил. Не сказать, что супер. Хотя, знаешь, играешь и втягиваешься понемножку. Ну, начинает даже нравиться. Просто невидимые твари берут и появляются из ниоткуда. Пацаны, ну вы шо, ну вы шо, пацаны, ну вы шо. Они пригибаются. Хитрожопые. Засранцы. Так, мне бы лечилки, я бы прям вообще не отказался, на самом деле. Реально просто пригибаются, и какие варианты против нее есть. А в общем-то и никаких. А что будет, если мой персонаж проиграет? Я, наверное, пойду искать сейфпоинт какой-нибудь. Я прыгнулся, дамы и господа, я нажимал сиську вниз. Game over. На самом деле, достаточно душновато. Нихера себе сейфпоинт. Мое почтение. Вы сейчас не шутите? Всю эту секцию заново проходить? Это же просто трындец. Ну это реально жесть. Ладно, может я что-то не понимаю? Это просто жопа. Я нажимаю 0, он не выходит. Не, я в это точно буду играть. При всем при том. Просто нельзя выпрыгнуть, ты что делаешь, глупый? Не-не, сложная игра на самом деле. Достаточно сложно воспринимается. Какое-то новое... Ай! Новое место нашел. Решил переиграть его. Вот откуда эти твари появились? Просто из ниоткуда. Потрешь, он же живой, я же вижу. Я чувствую его дыхание. Там какой-то монстр опасный. Очевидно, не стоило. Ну и думаешь, ты крутой? Ты ж просто лошара. Или лошара я. О, ни хрена, трахнул меня. Ладно, ладно. Этот мужчина явно знал, что делал. Вот, power jump attack. То есть иногда работает. А может кулдаун у этой способности? А, просто у этой способности кулдаун есть. Так, ну я бы хотел с этим самураем попробовать перетерять за жизнь. Что-то мне подсказывает, что он явно не прав в своих начинаниях самурайских. В своих убеждениях, знаете ли. Мне, по-моему, наверх надо. Если я верно помню. Так что я могу просто все скипать. Я не помню, куда идти. Вниз. И еще ниже, еще ниже. Вниз, невероятная дверь. Я не в ту сторону попал, да? Тоже ключ требуется. Да что ж такое, везде ключи ссаные требуются. Кто это придумал? Ну, короче, спереди поле, поняли? Которое невозможно пробить. Обоссал самурая. Мы встретимся снова. Да говна, пойди пожуй, петух. Зассал, короче, по-нормально, по-мужски подраться. Видели, видели? Мне должны были душ. Не душ, а ключ дать. То что, я зря что ли с ним рубился? Вот, ключ, наконец-то. Север World Key. Give access to Sivir. К катакомбам каким-то у меня теперь доступ есть. Слушайте, может это интересная игра даже. Я вот что-то решил задуматься. Я несколько секунд назад нажал нолик. Тот, кто делал меню в этой игре, пусть пожрет говна.
Потому что это кретинская ощущенка. Кретинская так делать. Дебил, короче, делал, простите. О, смотри, доступ есть. Сложная игра. Пишет no map available. Set respawn point. Теперь мы респавниться будем здесь. Почему карта-то недоступна, я не понимаю. Просто драться с тобой не буду, петушок. А, ну очевидно, конечно же. Это, сука, местный путь боли. Чтобы вы понимали, здесь максимально даунское управление именно платформингом. И разрабы на этом сделали акцент. И еще игра подлагивает. Это такие кретины просто отбитые. Трындец. Сделать максимально угрюмое управление и завязать на этом достаточно важный элемент. Ну, то есть, способ прохождения. Ну, не гений или эти идиоты? Бадзака нервно плачет в сторонке. Ну, сука, я же жму! Я просто сосок жму в одну сторону, он мне в другую отодвигается. Вы понимаете, в чем прикол? Я сейчас попробую объяснить. Смотрите на мои инпуты. То есть, когда я жму вот так. Вот так, когда жму... Вот видите, этот дебил в другую сторону делает. Подожди. А, то есть он от препятствий так делает. И то не всегда. Иногда делает, иногда не... Короче, даун какой-то, простите, но делал это просто отбитый идиотина, который вообще не шарит за игры. Да, он действительно от этой херни отпрыгивает. Еще и подлагивает. Я говорю, бабадзаки, сука, на этих дебилов нету. Мужик столько лет делает годные проекты, а все его поносят. Один несет нож у этого. Этой сложности. Меня трахнули зомби. Я просто думаю, насколько я хочу сюда идти. Очевидно, мне сюда очень рано. Выходим нахрен, пойдемте в другую секцию зайдем. А я могу в другие локации, в которые я даже не открывал, тпкнуться сразу? Ни хрена себе сервис. А, смотри. Реально могу. А, это было в демо... Да, я играл в этот кал, я вспомнил, дамы и господа. Я внезапно вдруг вспомнил, как я в эту дичь играл. Действительно, что бы не сделать босса, который будет призывать себе самонов. Ну, потому что мы разработчики петухи, ко-ко-ко-ко-ко-ко. Стамины не было. Не понимаю, есть ли здесь лечилка какая-нибудь? Или что-то около того? Ну, подлагивает просто, я не понимаю, что за говно. Здесь и лагать-то нечего. А оно умудряется подлагивать. Ну просто изнасиловал. Первый квест свой выполнил. У меня билка есть новая. Слушайте, ну я подумаю. Ну пока что всратенько все выглядит, честное слово. Экстра всратенько выглядит. Инвентарь какой-нибудь есть, хоть что-нибудь. Очень всратый интерфейс меня бесит. Просто дебил его делал. Я уже объяснял эту схему. Не двигайся, говорит.
Ты говна, поешь, дай мне двигаться. Пока ты весь диалог не прослушаешь, ты не можешь двинуться. Диалог сам не двигается, ты его должен двигать. Тонна геймдизайнерских обосранных решений. Так я же могу какую-нибудь винтовку. Дэмэйдж 35, 37, 10. Давай свапнем. Поглядим, конечно. Не, в целом, может быть, даже играбельно. И амбиент поменялся. Можно пойти награду получить. О, щит, мэн, динозавр-дракон. Дракарис. Не, братан, там 3000 душ, давай-ка я вернусь. Я что-то подумал и обосрусь, в принципе, да. Короче, на этом, наверное, закончим. Премного всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, на Телеграм-канал, если кто-то хочет поддержать материально, для этого есть Бусти. Всем добра и удачи. Будет ли продолжение, не знаю пока. Пока сомнительно. Как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.